Там места не хватило, да, или... Не, у нас там места нет. Там душно очень. Я понял. Да, мы нет. Ну, слушай, а вообще вы и курите, и пьете еще, наверное, да? Ну, пьем, да. Меня Вова зовут. Почти как меня. Меня бабушка так звали. Саша. Даже не знаю. И какой-то... Кстати, у тебя лук такая. Не, да, да, нереальное такое горошковое платье. То есть оно, видишь, вроде бы горошковое есть, юбка. А его вроде бы и нет. А, юбка, извините, юбка, извините. Юбка есть, вроде есть, а вроде нет. Да, так, раз, раз. Прям это фантоматы есть, да. Есть-то нет. А что вы с кем, вдвоем? В духе? Да, мы вдвоем. А как, а где мужики? В духе. В духе? В духе, да. В духе? Мы живем с подругой в духе. В духе, да. Не, мы с подругой живем в собственной квартире. Да я, это не может не радовать. Сейчас не начнутся маски, опять вот эти я вот... Я москвич. Москвичка. Я не ну зачем такое мы, вино. Нас я это, не катаю таких машинах. Нехорошо и неплохо. Ну, дай бог. Всю мою жизнь меня никогда не спрашивали, москвичка я или нет. А у тебя такой вот, оно мне напоминает... Москвичка или нет? Такую, знаешь, зеленую гусеничку, но очень такую милую, прикольную. То есть прям какой-то вот... То есть узор очень... Главное, чтобы гусеничка была милая. Она милая, прикольная такая. Побритая, выспавшаяся там, как мы. Слушайте, ну вы классные, мы просто только приехали, хотели погулять, а тут вы. Сидите, гуляете, заходите. Сидите. Не, мы потом вернемся не, за вами. Точно. Да не сюда, мы вас заберем и куда-то, вы куда вообще потом? А, да, мам. И вечер, как обычно, закончится. А как обычно, так как? Не, ну подожди, а если вот рассмотреть тот вариант, что вы главная, до двух, да, у вас, до двух часов ночи пить, с нами попьете еще где-то вина там или чая, не знаю. Ты говори, то есть может вы один сюда. До двух, в два ты... уже будешь я спать уже давно не говорю, сладким сном. Замуж и молчу. Спасибо большое. Замужем только молчать. Да, это... Слушай, ну давай, правда, мы, ну, нам надо еще тут прошвырнуться. Да, я тебе на 5 секундочек украду и сейчас вернусь. Это важно, нужно встать, набраться сил. Я сейчас тебя верну. Сейчас. Просто я это слишком интимно для меня. Нима, у тебя платье колокольчик, да, это называется? Почему платье? Это не платье. Юбка колокольчик. Блин, ну я зато понимаю, как там футляр, есть колокольчик, нет, есть. На самом деле не колокольчик, это называется. Колокольчик юбка, это когда сильнее. Полусолнце. Полусолнце. Да? Она еще. Нет, сейчас я вернусь. Смотри, давай я тебя наберу на обратном пути и может там где-нибудь пересечемся. Мне 32. А тебе? А тебе сколько? А это принципиальный вопрос, сколько мне лет? Нет, просто интересно. Не, ну а тебе сколько, Мариночка? 34. Ну и в самый раз, что ты? В самый раз для чего? Возможно, будем там любить друг друга, не знаю, будем жениться. Я не знаю, ну может быть ты прикольная. Да не, набирай, конечно, ты спробуй. Надо пробовать, я считаю, знаешь, вообще. Давай. Сейчас. Надо пробовать. Возможно, у нас что-нибудь получится. Что ты не свой номер набираешь? Да, 526. Меня Вова зовут, кстати. Сейчас. Мне нравятся накатки, вот они аккуратные, знаешь, красные такие. Ты такой привередливый, а? Почему? Я тебе говорю, нравится наоборот. Привередливый. Ты сделал дозвон? Сейчас, пока никого нет, мы... Прощаемся. Ну ты вот знаешь, хрупкая. Женщина должна быть такой. Тоненькие ручки, ножки там. Все остальное. Ну ладно. Ты, нет, а они не должны быть. Что там должно быть видно? Мышца, что ли, или что? Здрасте. Я тебя просто не узнал, Саняк. А я смотрю, какой чувак сидит, блядь. Стоит какой-то. Ладно, мы пойдем. Александр. Все, мы пойдем гулять. Да. Я надеюсь, что я тебя еще увижу. Давайте много не пейте, потому что вы нам еще пригодитесь как бы в трезвом уме. Это мы не гарантируем. Не гарантируйте. Нет. Тяжелые трудовые будни, Санек. Тяжелые. Нет, девушек можно гарантия. Гарантия. Тяжелые трудовые будни. Все, давайте, мы пойдем. Счастливо. Пока. Вина. Ваня пришла бокалом туда или как? Нет, я с их не выйду туда. А. И вот я говорю, куда деваются все бокалы вина, это стеклянные нет, бокалы? Нет, мы вернем, мы просто сюда пройти. Мы вернем, я клянусь. Прошло два часа.
Выверни. Вот такая закрыльная получилась. У тебя какие-то рыцарские обувь. Мы посидеть где-нибудь хотели. Потому что здесь нигде ничего найти не можем. Ну, здесь, да, здесь всегда сладко. То есть здесь даже в будни, по-моему, вот прямо, знаешь, вот притык, а сейчас вообще... Они постир живут, вот эти ребята здесь, в будни, а выходные, видимо, их выдавливают, не знаю. Ну, как-то да. А где сеть? Вот мы сами ищем. Мы были в Саксоне-Короне, там тоже... Ничего. А у тебя белая, да? А у нее красная, у них видишь? Да. Блин, так вина хочу, а? Что ж вы все не пьете? Я закодировался, нельзя пить вообще, еле откачали последний раз. Ты в субботу вечером сейчас что будешь делать? Что я буду делать, сука, без алкоголя в субботу вечером? Либо пить, либо вообще не пить. Сиди дома, блин. Да не, я за рулем просто. Я, кстати, не, я не нюхаю. Носки. А, мы поняли друг друга. Ты будешь нюхать. Санте. Как там? Бушанье. Мы недавно бухали с француженками. Короче, история такая. Мы говорим французский. Да. Причем одна из них разговаривала на английском, другая вообще это. И наш диалог был очень длинным, потому что сначала мы с одной по-английски, а она такая «oui». И, короче, там, вот эти аудиционные дежурные темперы, там полчаса объясняет, потом, знаешь, такая тишина, та начинает. И, короче, опять. В общем, да, они жесткие. Мы когда купили одну бутылку вина. Ну, они реально, как можно не говорить по-английски, если же, ну, не слово, знаешь. Живешь во Франции. Да, как тебя зовут? Она говорит «уи». «Уи», блядь. Причем прикол, что вот у них нельзя пить вино из пластикового стаканчика. Да. Вы договорились. Если вот прямо только с пластикового стаканчика прибегает полицай и прям вот херачит, короче. А еще если вторую бутылку берешь, вот даже она такая же, нужно поменять бокалы. Это нормальная практика. Ну это, знаешь, это называется, вот если бы она пожила в каком-нибудь Саратове год. Но мы ради интереса, понимаешь? На самом деле у меня была... Не, у меня была мечта. Можно я... То есть я откровенный человек. То есть я хотел на члене написать что-нибудь по-французски маркером. И как бы вот... Уи, уи, уи. Просто это просто в Яндексе написать. Ты знаешь, я хотел, знаешь, вообще, по идее, это должна быть немка. Я бы написал там за Сталина. Ну, короче, вот такая у меня мечта. У кого-то дом, у кого-то там завод, у кого-то быть счастливым. У меня такая. Такая херня. Они все бухают, как кони, понимаешь? Бухают. Ты про английских девушек? А английские так. Английские вообще это не делают. Бритиши это бдемоты, я не знаю, кто это. Они такие пышки. И у них вот такие топики у всех, откуда вот так вот надо собирать обратно жир, вот так, а он все равно. И они пляшут, понимаешь, в очереди наебятся. Я тебе, я помню, я стоять не мог. Что было? Они немчили? Ты не про немок говоришь? Я про них про всех говорю. Я вот недавно вернулся. В России вообще самые красивые женщины, в принципе. Вот. И, короче, мотель жили. Там вам хватает. Это пиздец, короче. Там какой-то отель был, знаешь, он... Ты про Ибицу? Нет, про Айнапу. Ну вот, сейчас есть. Айнапа. Да. А я, сейчас. Там школьник. Короче, я сплю. Просто вот, они заехали, короче. Вот, они заезжали. Француженки? Две, значит, девки. Англичанки. Толстые, короче. Толстые. Ну а какие один, должны быть? Один бойфренд. На двоих? Ну, видимо, да. То есть, я не знаю, они втроем жили. В общем, ой, он смелый. Они... Еще если толстые, просто, это вообще... Она постоянно бежит. Что бежит, она как свинья бежит всю ночь. Потом, ну, у них бойфренд молодец. Потом, это просто она бежит. Потом они начинают трахаться, короче. А ты как определил? Озвучка, она усиливает, знаешь. Там было, то есть она до этого. Да, дальше, короче, я терпел три дня, реально. А ты стучал в батарею, блядь. Потом, короче, я не выдержал. А почему, знаешь, там такие стены, что слышно очень сильно, непонятно где. Ну, там бой, слева, справа. Я вычислил эту мразь. Когда она трахалась, я вернулся в три, я был пьяный, я лег спать, но я не мог, потому что она сгорала, как бешеная. Я думаю, кто стал мне трахать? Да, я стучусь. Мне открывает такая, знаешь, холёная такая морда. Говорит, хула! Сука, хула, блядь. Мне хотелось ей вот так шлепнуть. Не, ну ты очень классно выглядишь, кстати. А я не видел его, нет. То есть, причем вот даже не заморочилась. Знаешь, девочки высокие, они обычно там танкетки какие-нибудь, а ты прям вот во всеоружие. Слушай, ну да, очень круто. Первый раз вижу такую настолько высокую девушку, но чтобы она при этом была симпатичной. Потому что обычно они баскетболистки такие с широкими плечами, там, знаешь, в кроссовках. Не, она прикольная. Но я не хочу большую. То есть, понимаешь, девушка должна быть миниатюрная.
Вот у меня девушка, она маленькая. Она вот, знаешь, такая маленькая, как вот, ну, какая-то вот, то есть вот она. Подушку себе взял. Ну да, ну а это вот, знаешь, вот просто смотришь на нее, не можешь, что с ней делать. Ну что, там дотянешься. Не, ну вот, вот ты вот это максимум. То есть, тем более ты сейчас на каблуках, подожди. Не, все, прям отлично. Ты вообще супер. Я считал. Нашу скорость. О, сейчас, сейчас, сейчас. Они с лазерами, это рулетка. Конечно, но она, знаешь, в курсе, то есть все на собой наши. Даже строительную такую. Я могу отсюда померить любого человека. Даже степень алкогольного опьянения любого человека. Да, я по горизонту могу определить. Ну что, кто куда? Пойдем, Саня, или вы что? Вы с нами? Мы пока не готовы. Мы пока не готовы. Все пока не готовы? Да, все. Это совесть. Не, бокал надо вернуть вообще, но это как бы по чесноку. Нельзя же распивать, когда на улице. А ты не распиваешь, ты держишь. Я держу, да. Я несу, скажи. У меня клиента, короче, забрали менты за то, что он курил в общественном месте. Он заказал еды в шоколаднице, вышел, говорит, пока это заказ ждет, говорит, пойду покурю. Забрали нахер, еда осталась. Когда мы были? Прошлым летом? Где? На Ибице. Ну вот, вот пошел. В сентябре, в октябре, но это... Классно? Мне просто подружка тянет про все. Короче, смотри, смотри, что ты любишь. То есть я считаю, что это, а, гей-гадюшник, б, там... Охуительно в клубе Ушуая. То есть там вот эти Ушуая, там самолеты вот эти прям, знаешь, вот садятся над тобой там. Мы на Ван Бюрене были, я его чуть не проспал. Нет, смотри. Мы ехали издалека туда. Я вкратце расскажу. Мы ехали издалека, мы взяли тачку, поехали по всему побережью. Значит, ехали, потом ехали, заехали в отель, а ехали специально на его концерт. То есть специально на него. Потому что, ну, это топовая вечеринка, она бывает очень редко. То есть, как бы Ушуая, там большой клуб Дайвиса, ну, самый новый, самый крутой. Ну, крутой. Это очень круто, конечно. Вот, такого мотления даже нет. Так вот, мы приехали, и время там, не знаю, 9 часов вечера, надо идти на этого, на Ламбер, ну, купили билеты. А я, ты знаешь, как решил покемарить это перед, как обычно, знаешь, реально? На пару часов. Ну, реально устали, да, ну, много устал. Ну, знаешь, такая усталость, что, ну, в принципе, пофигу, то есть мне вообще барабан. Я встал, делал все. Это ты забыл друга? Нет, я не забыл. Я, может, его не забыл. Слушай, я если его... он меня не разбудил, я реально бы расстроился. Он на меня орет. А ты знаешь... Иди нахуй! Пусть он завтра для меня поиграет. Я реально не хотел вставать. А знаешь, когда вот не выспишься, только ляжешь спать, и вот потом тебя будет, и ты откроешь глаза, понимаешь, что ночь... Я уже куда? Да. Я понял, что это он. Да. Не, прикинь, я реально чуть не проспал. Я буквально там, не знаю... Хотя мы ради него туда приехали. Слушай, ну вот там вот, вот в этом плане круто, пляжи грязные, геев до хера, пьяных англичан до хера. Короче, на танцполе сосутся мужики, вот такие же классные, как мы, только стоят и сосутся. Ну и вот... И сосутся, да. Мы не все подумали. Не, ну вообще, конечно, это пляж там, вернее, порт прикольный. Да? Не, порт прикольный. Офигенно, что? Порт прикольный. Да охуенное место, Ибис. Ты что, ну это Ибис. Не, просто клуб там прикольный. Все, вот, там какое прикольное, ну то есть там какие-то городки или что-то. Там есть Сан-Антонио. Там клубы. Да я понимаю. Ну какой самый вот место? Ушуая. Это клуб. Ушуая. А место как называется? Ушуая. Ой, ну, и вот это. Это Ивица, 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 Ивица. То есть это столица Ивицы, короче. Ивица называется. Ага. Ну, Ибица по-нашему, короче. Понятно. Вот. И там как-то плая. Какая-то плая, короче. Короче, съезди один раз, и там уже тут, как бы, понимаешь, да, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но там дорого, в принципе, вот там, на Ибице. Там стоит ночь, ну, сейчас, наверное, €800. Да. Это дорого. Мы, знаешь, мы половину бюджета, наверное, потратили на пару дней на Ибице, вот, знаешь, из того, чтобы там... Там очень классно, я не знаю, какие-то суперклубы, какая-то очень приятная тусовка. Да, ну, допустим, смотри, я люблю клубы, где я вижу славянские лица. А там, ну, там они не славянские, и даже не лица, потому что там пьяные свиные рожи просто. Тогда надо, там все будут славянские. Ну, вот мы хотели вот этим летом. А тебе обросшие славянские. Обросшие, жирные. Ну, обросшие еще такие вот эти, как сибирские девушки красивые. Девушки, девочки. А вы тоже сибирские? Томские. Нет, я не сибирская. Пойдем куда-нибудь гулять. Сейчас, пойдем, Стасик, выпьем вино. Пошли. Ты уже замерз, да? Пойдем, дети знаете, мои, давай там, да, телефон, мы... патефон, что ну, там? Ну, спеши ты, у меня это... Телефон? Меня, кстати, там... Вова зовут. Очень приятно. Я как бабушка. Минималочка уже. Женя. Почему? Женя, не, ну вы прикольные, дайте щеки, кстати.
Мама, так, знаете, я, у меня, короче, была такая история, когда был маленький, мне было года 3, я приходил к маме на работу и всех теток целовал. Я прям к теткам подходил, а там тетки старые, так, молодые, пофиг. Я говорю, Маш, дай я тебя поцелую. Мне так нравилось целоваться вообще прям. То есть с детства сразу все понял? Ну да, еще раз мы пойдем, давайте. Вы прикольные. Ты что-то как-то затылок подставляешь. Она потому что счет не осушила. Еще, да. Не осушила свой бокал. Давайся. Да. Я думаю, на улице еще где-то еще видимся. Судьбоват, да ты уже пиши телефон, как бы. Да пиши телефон. Да ты ей понравился. А я при чем? Боже мой, мужчина, не прощается. Че мужчина? Ты можешь диалог просто. Не, ну он же нормальный. Нет, так мило. Нет, ты, нет, ты, нет, давай ты. Нет, вообще. Да мы стесняемся просто, мы вот тут я стою, вообще ссу не могу. Ладно, я очень тихо, честно. Соня, что делать дальше там, блядь? Как спросить телефон? Телефон, да? А можно с вами? Можно с вами познакомиться, блядь? А вашей маме зять не нужен? Пиши уже. Давай. Стартуй. Финишируй. Будем с тобой красное вино пить только. Я белый не пью. 8-9. Я белый пока. Ну отлично, да. По бутылке, но бутылки мне много будет. Пиши уже, Монако. Окей, Монако. Все правильно пишу? Монако. Монако. Решили местоположение, самое главное. Да, и мы пойдем. Какой 2-то, Володя? 9. Ну, растись, блядь, корни не убьешь, Санёк. Тихо. И хватит, да, пожалуй, 2,5 цифры. А последний угадай. Угадай! А последний? А, вот так надо, прозванивать? Смотри, что прикол говорит. Пожалуйста. Короче, какая-то херня. Колл-центр, я понял, там колл-центр. Все ли правильно? А, 916. Давай заново. Сейчас, погодь. Сейчас, 915. Сейчас. Меня Вова зовут, кстати. Я помню, ты говорил. Напиши, да, мужчина моей мечты, который был с двумя... Вова еще... Монако. Вова Монако, отлично. Вова Монако. То есть, если я потом приеду не в Монако, то все. Уже не Вова. Ну тогда, как ты по-другому тебя телефон пишешь? Вова пиздобол, а не Монако. Ничего, Вова ничего. Есть контакт? Отлично. Все, давайте, девушки. Девушки. Рядом было познакомиться. Блин, как же вас все-таки прикольно целовать. Все, давайте. Да обнимашки, это, знаешь, такая славянская традиция. Давай. Все, давайте. Пока. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся!